Финдов, но это не точно. Аммониты, лунная залупа, мы, пни, и вот и последний, вот кип, непонятно кто он. Да, они у Полетели. меня на складе лежали, теперь нет, нигде нет. Да нет, Потом они в сундуке, разберемся. они в сундуке отображаются, потом Там дернул, типа доступные к обмену. это финды. В каком сундуке? Они Это стоят над нами на финды. горе. Справа сверху у тебя появились, там кнопочка печати Над называется. нами на А, горе. ёпта. Ух, ёпта. Но на 3 часа от нас А, стоят. вон оно что, Михалыч. Короче, читать надо, ладно. Потом почитаем. Ловушки ставим. Ой, надо купить сразу. Так, и куда они А свитки встали? боссов оставили пока еще, главное. Пока да. Я тут думал, что их всех поисчезает. Не понял, где все кибы-то, бля. Чешуйчатый пиздокрылого не стал брать. Так, ну не вижу. А чё кип? Ловушки ставим, не забываем. СФ, ну разъехались бы уже бы, блядь, на пошли бы и наметили бы. Стоят, блядь, не такие. Аммонит. Аммонит. Кримпеев нашел, они Кремль около города прям, заблокировались. в упор. Ага, Крем это поехал. вот. Там тупо из мерки можно к ним забегать. Еще один кип где-то. Кримпай, короче, прямо около А мерки, вот эти блядь. пацаны где? Что это за гильдия? Вообще у них люди есть? Это Луна Залупа. Про которых говорил Вторые пни Лутран. рядышком. И Да, аммониты это. рядышком. Пни же нам друзья сегодня. Пометил они между вот аммонитами и лут. Вот, да. Они на кого-то пошли или на них кто-то пошел? По тампус. Так, ребят, берем коней, метку Там поставил, человек погнали. 10. А вернулись, Они вот, на кипе вернулись. человек 10. Не, вернулись, сейчас много. К нам Ага, на приехал мою меточку стар... Нет, выдвинулись. кто к нам приехал? Старый... Нет, какой-то хуй Какой-то приехал. другой. Они с кремпаем дерутся. Не могу прочитать, Мы еще их Замечательно. кип не нашли. Едем на меточку. Аммониты приехали. По дороге разбав. Таки залетел и по... Делает, блядь, Разрез в городе колдует будет. что-то, блядь. Разрез в городе. Если команда не будет вставать на кипе, встаем в городе. Для особо одаренных и умных, самых таких, разрез в городе после смерти. Здесь. Если вы умерли на кипе, встаньте на кипе, но У меня вернитесь игра сюда. вылетела, извините. Почему так много людей все еще на кипе торчит? Что вы там делаете? Так он забегает, всякие Стараться черти. рабочим. Так и нехрен стоять на кипе, блядь. Ваша задача ехать сюда. И он мою Так, лошадь убил. выдвинули за мной. Непонятный чувак из Так. непонятной гильдии. Вообще, кто это? Угу. Три И непонятных забить чувака его. из моей гильдии. Не, один там из аммонитов был. Вот перед нами кип, начинаем заливать его. Работаем со стороны 12 часов от их кипа. Со стороны 12 часов от их кипа. Игра вылетела, пиздец. Заливаем. Внутрь пока не лезем, сам кип. Делаем дырочку, пытаемся сделать вот здесь дырочку. Блять, тут же нет мирки или не осадной зоны. В спине смотрите. Да ульту, жоты. Что-то как-то больно втащили. Кто умер, дотекаем сюда с города. С города. Город тут под жопой, прям вот 2 шага. А, надбан на кипе стал.
Ебать, а чё за Кенсей Блейд? Живые, отходите на час, на час, на час, на час. На 11, есть прошу прощения. Мы не на нашли. Андрога Гильди подошел что-то сюда, под экип. Подожди, 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 какие-то. Собрались. Ничего страшного. Вот да, есть. Так. Вот здесь забафались. Ящики вжали. На 12 от нас собираются мариты от нашего экипа. Кто? Амариты или кто-то такие. Аманит. Зашли под кип. Зашли под кип. Купола внутри кипа сдали. Вот там, внутри. Так, а СФ рейд на кипе встает. До ой, конца это старые пни, блять. Тут еще старые пни под их кипом. Мы я где рисуемся? В городе все еще? Да, только СФ-у было. Работаем. А че никого в подкипах-то нет у них? Внутрь кипа, внутрь кипа заливаем. СФ на кипе. Бля, че за нахуй? Ладно, отошли на 11. Нет, там можете не бить. Зайдите в город, зайдите в Мирку. Чё, блядь, меня ваншотнуло, нахуй? Нормально, нормально. Я все это время дрался под разрез в городе, СФ в... Зондер команда на кипе нашем. Остальные в городе, выходим к конюху, идем. Прикол. Ну, крестики включите. Собираемся у конюха. Разбаф и ульту заливайте варварам. Аммониты пошли на пне, и пока все нормально. А, ну все, зондер к нам. Они не к нам пришли. Все, пошли, зондер. Вышли из города. Есть 200, буду давать. Все, зондер к нам. Здесь обходим. Буду давать 200, осторожно. Идем в... Ну, бля, можно вот по мне поработать? Вот на какая-то сорка на мне, блядь, прыгает нахуй, вам похуй. Внутрь кипа залетели, отработали. Проверю еще раз. Внутри кипа. Заливаем кип. 3 минуты ей. Надо кипу больше дамажить. Под кипом разрез работаем. Небольшой. Блять, разрез у них. Больше внутрь кипа. Так, большой разрез, отошли. 2 шага назад. Блять, а где эти хуйсосы? Вторые. Они ниже собрались. Прям под кипом. А они с другой стороны дерутся. Приготовились. Блять, это еще и ублюдки из закрытых хёртов, чё, блять. Работаем в них за пределами зоны, разъёбывайте их нахуй. Вышли. Они тут шотные. Вон, смотри, как полетело нахуй. Вот здесь разъебали и пошли в сторону экипа. Бля, просто разъебал всё. Пошли. Внутрь экипа. Отошли из-под кипа. Блять. Можно за Мирку уходить. Они все на разрезе, ёбаный рот, блин. Вот здесь вот. И просто их шотать здесь. Игра великолепно работает, оптимизирована. Подошли ближе. Внутрь кипа позаливали. Блять, не успеем, видимо, да? Чего еще раз? Ну, потому что долбоёбы на амонит. Точек на конях, в сторону нашего кипа ехали. Остальные тоже что-то... Да, можете. Бля... Как-то с мозгами не так. Можно больше заливать, пожалуйста, ребят? Пожалуйста. Флаг 2,5 минуты. Можно больше заливать? Можно ближе подходить? Почему я на лучнике впереди вас, нахуй? Людей на милишниках, нахуй. Так, бонжур, не лезь, пожалуйста, вперед. Я понимаю, ты у нас машина, но не настолько же. Кинетик у нас парочка штук. Понятно. Заливаем кип. Умерли. А, что-то быстро умер. Продолжаем. С города дотекаем. Флаг 2 минуты.
Так, они на нас вышли. Немножко дайте немножечко назад и работайте их. Вот сюда, давайте, отработали вот сюда, вот, работаем. А, Кинсены зашли под экип. Ну хорошо, мы вот этих убьем, которые в нас вышли. Работайте в то, что в нас вышло сейчас. А теперь внутрь кипа заливайте. Бля, паранойя, помойка, блядь. Откуда он? Ладно, чуть-чуть отойдите, что-то в нас много вышло. Хорошо, разбафались, ульты залили. Вот сюда отработайте. Вон. Давайте работаем вот в эти точки, которые вышли. Точки, которые вышли, отработали. Флаг готов. Хорошо. Пляск. Выебите паранойю сына шалавы, блядь. В какой он гильдии, блядь, не вижу. Ладно, чуть ближе к кипу. Ладно, просто добьем этих хуесосов. Заливайте под кип. Просто заливка под кип, заливка под кип. Ренжи по большей части. Маги в пробуде, лужи хуй же прям под кип. Его можно теперь лужу, блядь, с километра кидать нахуй. Не обязательно подходить. Наведитесь на кип, чтобы он как цель появился и... Флаг по-прежнему готов. Да заберем мы его, блядь. Ой, абсолют умер. Так, небольшой разрез, аккуратно. Матушка, отойдите. Коров. Шутки про коров у местных, кстати, там. Да? Ну, конечно. А как там шутить? Зачем абсолютно... ренеймы делать каждый день? Долейте ульту! Разбафались. Ешки нажали, можно 3, ему описать. 2, 1, купола вжали, в кип влетели. В кип влетели. Есть ульта. Есть ульта внутри. Внутрь кипа. Под ульта кипом еще. Работаем. Крущу, верчу, заебать хочу. Просто заливаем кип. А вот он ваш абсолют, я его сейчас убью. Правильно, еби. Он тут на осадах слабенький. Поле он там по голову одевается, а так продолжаем нет. Продолжаем давить его. Ой. А вышли. Вышли. Вышли из-под кипа. Вот он, истинный дантист. Все дерутся, дантист сзади. Хорошо, стоит. Приготовились. Отчет. 4, 3, 2, 1. Под кип. Полетели. Там уже все бьется. Долбим кип вместе с ними. Киносик Хаус, 5 пачек пришла, убили их. Хорошо. А, убьют. Лестница-то, блин. Там зашли долбим в них. Кип, долбим кип. Кенсей Блейдс. Ренжи в основном. Упадет. Отлично. Отлично. Приготовлены залупы. Разъебали остатки. Зашли, зашли сюда. Там еще и эти есть, их тоже а разъебали. Там кинсыны с Малика там. О, какие мощные. Где разрез? Давайте, работаем, работаем, работаем. Разрез в городе. Ой, на кипе. Все, кто живой, пошли в город. Пошли в город. Быстренько достали лошадей, двигаемся на кип. Быстренько достали лошадей, у кого флаг забрать? Подсвистели, да, забирай флаг. Все, погнали до кипа, быстренько до кипа вернулись. А я так кипа понимаю, аммониты, да, дерутся с этими? С пнями. Аммониты ходят на старых пнях. Вокруг кипа. Так, стоп, ловушки. Отставить ехать на кип, отставить ехать на кип. Сбор на метки, метку поставил, погнали. Желтой меткой, не знаю, как она, блядь, поставилась, но поставилась. Быстренько на метку. На метке бросаем коней, резко. Аммониты где-то что-то собирают, 105-й пока не ходит. Все хорошо, хорошо. Быстрее ко мне. Ой, залили ульты. Пачка кинсинов там бежит. Пошли за мной, быстренько, быстренько, кролик, приготовься, просто... Рейд аммонитов бежит к пням.
Пошли, пошли. Быстрее за мной. Приготовимся топоры брать. Приготовиться топоры брать. Только сразу не берите их по команде. Ну, ролик, я завис около коня. Я даже не могу. Так, топоры отставить. Внутрь кипа. 3, 2, 1. Залетаем внутрь кипа. Все, кто есть, затекаем. Заходим в кип. Работаем. Блять, они вот хуйню поставили. Заходим, работаем. Бля, топорами тут сложно будет работать. Я так, все, можно уже топоры взять. Убили всех, и можно топоры переодеть. А, сломайте кто-нибудь баррикаду, я тут... все на порядке. У кого нет удара, звука, значит не бьется. Ищите другое место. Бьем. Там должен звук удара быть. Многие не попадают вообще. Так, все, убираем топоры, убираем. Сейчас отлетим. На ульт. Уйдите с топорами, кто может. Переодеваемся в обычный шмот. Они уже начинают разрез. Выходите. Беги, давай быстрее. Переодевайтесь. Внутрь кипа просто дамажим. Кинсены поехали. Кипа. Понятно. Инфу мне сразу, куда они. Внутрь кипа работаем, внутрь кипа работаем. Заходим в кип, зашли в кип. Тоже сюда пришли. А, они сюда пришли. Ну все, отлично, замечательно. Продолжаем работу. Какая-то мерзкая. Кстати, пачка вот это очень легкая. У нас пачка что-то работает на кипе, мы с ней снизим. Я сейчас стану. Так, ладно, донтиста отдам, а остальные у здесь. У нас тут это... Лупят. Знаем. Все нормально. У кого флаг? Контроль. У меня. Под контролем, но хорошо. Мы их пока не убиваем. Сейчас. Так, ребят, нас убили, да, всех? Ну, хоть бы сказали бы, что ли. Одного убили. Я, блядь, дерусь, продолжаю там хуяриться что-то. Так, всех живые встали на кипе. Метку для сбора сейчас дам. Переставлю. Вот сюда. Дуйте сюда все сюда. Быстрее. Бля, да я эту игру ебал, блядь. В очко нахуй, мне наконец сесть не дают, блядь. Ну, мы их обили как бы. Давайте ко мне на метку быстрее, блядь. Где вы там, нахуй? Примерно как... Погнали, на метку быстрее. Попасть, они так же его и починить теперь не могут. Об определенных местах только ловится. На метке пиздят кого-то или чё? Так, сколько ходить происходит? Вот откат появился, что ли, нас или? Я не могу говорить откат. Всех... Так, ладно, пней не бить. Сейчас я перекрашу. Подождите. Пней особо реально, пожалуйста, не. Странно. Вот я их покрасил зелененьким. Вы их, пожалуйста, не бейте. Если только вы сами. Слушай, пошли за мной. Нет, не надо. Пошли, копим. Пошли за мной быстрее. Блять, кто там сзади? Давайте быстрее. Шевелитесь, метка. У нас говорят, рейд рядом есть чужой. Быстренько. Пошли. Скоро дали. Быстренько. Летим. 3, 2, 1. Ешки вжали. Зашли, вот этих убили. Так, кролик, приготовься. Сумон, давай. Сумон, дай. Умер, не успел. Сейчас стану, дам. Зашли внутрь кипа. Сколько там их? Много? Все? Рейд. Кто умер, вставайте. Быстрее, чувак. Зажали сумон. СФ ушел на сумоне. Остальные остались здесь. Кто не успел нажать здесь, а? Не, в пизду, жмите сумон. Мы так вот летим сейчас. Отбились в кипе. Нет. Блять. Отбиваемся на кипе. Зондер, поищите флаг, скорее всего, где-то поставили. Ульта. На кипе нашем. Угу. Ну уже, отбиваемся, вас больше. Ну, вы еще, блять, на кипе с разреза, блять, встаете. С неуязами. Как вы умудряетесь еще не убить их? Блять, мне там очень нравится ваншоты. Тенденция. Это же теперь второй состав этих, блять, долбоеба с Эдесси.
Хорошо, добили остатки, быстрее. Ставим ловушки. Внутри кипа особенно. У нас шотная ремонтка. Переставляй, блядь. Занимайся этим, можешь мне не говорить. Выберите коней, срочно я ремонтку переставляю. Акиха, ебать. Но без флага, флага не вижу. Хорошо, где именно группица? Если видите хуесоса на красной лошади с фамилией Агих, ебите эту выблядка. Вот, сына шалавы сразу хуярить. Человек 10. Займитесь. Зондер, займитесь тем, кто там группится. Бля, может вы не будете просто бегать, как идиоты, а почините кип нахуй, сюда, на раз уже понаставили выпить. Ебаные ловушки. Кип чиним, чё вы, блядь, стоите? Кого ждем нахер? Вот этого, да, этого хуесоса ебать, блядь, которого он бегает тут, блядь. Гнида ебучая. Так, точка. Варвар бежит встретить. Все, не бежит уже. В тучке. Роль надо что-то поставить. Баррикад там. Не работает на аммонитов. Хорошо. Мы поможем. Скоро. Варвара вырубили. Второй бежит. Да я вижу. Еще белые точечки. Заходил, зашел, а нет. Это Хойсос, который, блядь, не участник. Я мне показал, скип зашел просто. Не смог. Да, да. Варвар. Белые точки, белые точки встречаем, варвар, белые точки. Блядь, это глава был, кстати. Лорд Хуйсос. Отлично, у них не получилось зайти. Остальных тоже ебаете. Быстрее дочиним кип и сейчас выдвинемся. Так, СФ. Ушли на аммонитов. СФ ушли на... У нас до сих пор собирается кенсей. Мы только часть убили, флаг убили. Все. Основной рейд вышел ко мне на метку. СФ. Весь зондер ушел на аммонитов. Помогает пням добить аммонитов. Работайте с 12. Лошади, бегайте к ним с города. Основной рейд вышел из-под киба бегом. Лошади ни у кого нет, я понял. Пошли за мной. Основной рейд пошел за мной. Здесь СФ самостоятельно. Основной рейд пошел. Белые точки зачищаем. И сука какой. Далеко не отбегаем. Только вот там, где я метки даю, там и работаем. Просто бегаем. Вот еще. На дорогу. Пошли, 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 пошли. Просто работаем. Вот, а. Желтая метка. Быстрее, быстрее, быстрее. Тут за контролем много. Отлично, да. Красавы. Нормально. Белые точки зачищаем. Внутри, смотрите, белые. Там сразу столько улетело. Спине, блядь. Куда вы, блядь, бежите, если вы в спине еще не зачистили нихуя? У варвара опять золотой меткой. Хорошо. А это хуесос, он вообще не участник, насколько я понял. Не, не тот. Бежим, кипу. Сзади, сорка. Кого-то цепанули, блядь. Ладно, похуй. Флаг 2 минуты. 40, ебаный, блядь. О, лорда хуесоса, блядь, приготовил. Вернулись кипу. Поставили ловушки. Вернулись кипу, поставили ловушки. Так, смотрите, Агиху убиваете лошадь. Она там шотная, шотается просто с удара. Ремонт встал, пошел лошадь, он, взяли, пусть, пожалуйста. Ну, пиздить его, чтобы он просто бегал. Лошади берите. Флаг я сейчас заберу, он будет готов. Садитесь жрать, пожалуйста. Пидоры. По аммонитам инфу. Так, 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 осторожно, осторожно, хорош. 60. Сверху есть битые эти баррикады все? Сломайте им баррикады. Обеспечить себе тренировок. Спокойный проход туда. Основной рейд, не стоим внутри кипа, блядь. Надо стоять за пределами кипа, чтобы встречать, блядь, на подходах, а не в самом кипе. Вы, блядь, хп своего кипа теряете, блядь, поймите это. Ульты не забываем заливать. Варвары, блядь, стойте рядом с шаей, который бафает, блядь. Когда сотку накопится, тогда уже и ульту просите. Я не знаю, зачем я фаната вам в СФ отдал, если он бегает с основным рейдом. Точка. Точка. 6 часов. Еще немножко. Ебать, он какой-то лютый.
Что-то урона у него дохуя. Еще раз этого хуйсоса выбил. Достали лошадей, зашли, забрали, алхимка, вытащили лошадей. Вытащили лошадей, зайдите. У кого мертвые лошади, зайдите, вытащите лошадей. Я себя люблю, мне нечего. Кинцы и бляди с напней перешли. Понял. Так, дантист, пойдем. Зашли рейд к ним. Задефите их мало, много тут точнее нам. Ребята, куда? Выходим на дорогу, выходим на дорогу, пошли за мной в сторону пней, пошли на 5 часов, пошли, на горочку сюда, там, где мы стояли в прошлый раз. Пошли. Куда кинуть? Пошли, быстрее. А, подставь под аммонитов чуть слева. Пошли. Зеленых не бьем, бьем в основном белые точки, внутрь кипа заливаем. Слева от их кипа? Далеко внутрь кипа. Внутрь они, блядь, в сам кип. Просто вовнутрь стреляете, блядь. Убиваете, тут, блядь, вон куча хуйсосов, блядь, подбегает, блядь. О, найс фиш, бро. Белые точки расхуярили. Все, внутрь не заливаем. Вокруг белые точки только ебем. Блять, сука, вот же белые точки, алло, блять, вот он. Кроме, там меня не пиздят. У них флаг тут кроме, стоит, алло, пиздец. Блять, сука, не бейте нахуй пней, ёб вашу мать. Я их специально для вас зеленым покрасил, блять, не различайте цвета, блять, так и скажите. Они меня пиздят, как суки. Так, блять, выйди нахуй оттуда, блять. Вот флаг еби лучше, блять, хули вы стоите внутри у них кипа? Я же сказал, выйти оттуда. Нет, я хотел недалеко от них флаг поставить, меня начали пиздить. Кто? Старые пни. Нахуй ты на пнях, блядь, флаг ставить начал? Я сказал, на аммонитов флаг. Ну, у них тут тоже флаг рядом. Ой, ёбаный в рот. Дантист, иди нахуй, блядь. Другой сделай, что тебе говорят. Сука, блядь, ну поставь в другом месте, ёбаный в рот. Помогите убить основной рейд. Флаг, блядь, идите сюда, дотекайте с кипа. Ёбаный в рот, блядь. Чё ты тупняк, блядь, врубил, блядь? Как идиот, нахуй. Я из-за тебя, блядь, тут теряю. Бро, какого хуя меня пиздит? Давайте, как, вот, как вижу, гений. Подошли. Хотя знаю, кто я. Давайте, флаг разъебали. Работаем по флагу. Ну, привыкли, под что флагом надо пиздить все время дантиста. Белые точки в основном, зеленые не трогаем. Может, у них priority таргет? То умер, дотекаем сюда же. Ну все, можно ведь. Добейте флаг, там мелипусечка осталась. Пусть боятся. Да ёб твою мать. Убили флаг. Хорошо. Да, блять, отвали, идиот. Все, флаг стоит. Все, флаг сняли, отходим. Все, ушли. Обратно кипу нашему. Ушли. Все, бросили. Тут ребята слишком ярные. Я тут около... СФ, для вас флаг стоит, работает. Я тут флаг аммонитов нашел. Я подошел на прокид, блядь. Где? Вот, рядом с нашим флагом, где я поставил. Они там не резаются, они там до сих пор стоят. Все, флаг стоит, СФ работает. Основной рейд на кипе встали. Дантист, зайди, блядь, под аммонитов, поработай и возвращайся. Понял. Чё по аммонитам? Дайте мне инфу. У них 20% кипа. А, 20%? Хорошо, отлично. Тогда, дантист, вставай на кипе и ой, на флаге и работай там. Понял. Так, основной рейд. На кипе разрезали лошадей, живыми просто их держите, не надо на них сидеть, блять. Ну чё они такие слабые, блять? Как только команда, блять, идёт, тогда, блять, на них надо садиться. Стоим здесь, ждем. Я сейчас быстренько посмотрю, что там происходит. 15%. Они что-то слабенькие, да, совсем. Если... Ну там очень все легко, на самом-то деле. Ну иначе наш флаг бить, говорят. Ну отбивайте его. Кто-то пусть 1-2, блядь, отбивает толковых и все. Блять, убили.
Ну тут надо, наверное, гости, больше короче. Людей, да. Пней гости? Да. Основной рейд в сторону пней выдвинулся. Основной рейд в сторону пней выдвинулся. Вовёныш, помоги на аммонитах. Переключись сюда. Юзора, Рио тоже на аммонитов переключитесь. Вместе сработайтесь с этим. С ребятами из СФ. Помогите им. Я сейчас на пнях помогу. К вам присоединюсь. Это куда ты в пней-то, блин? Скорее всего, с основным рейдом просто зайдем. Вон на пней из-под горочки поднимаются. Вокруг пней просто белые точки бьем. Просто белые, зеленые не бьем, пожалуйста. Достали свою шайми. Все, ушли, ушли. Все, до кипа нашего вернулись. Быстренько до нашего кипа вернулись. Резко берем лошадей. Метку на сбор так, поставили. Наши под кипом анонитов этих 5%. Да, 5%, 6%. Резко на мою меточку, основной рейд. Бегом. Резко, основной рейд на мою метку. Сбил. Не сидите на лошадях, такие моменты. Блять, подъехали и слезли с лошади резко. Все, кто доехал, в сторону аммонитов выдвигаемся сразу. Все, уже вижу. Пошли. Так, стоп, я потерялся. А, они немножко дальше, в ту сторону. Ульта внутри. На 4 часа от нашего места сбора. Они сейчас уже падают. 3%, 2. Кипа залетели, помогли добить. Внутрь кипа залетели. Отлично, все. Теперь есть основной рейд, все со мной. По меточке движемся. Флаг снимайте. На лошадях есть. Флаг снимайте. Так, подсвистели лошадей. Метку переставляю на сбор. Или флаг, хуй с ним, оставьте как есть. Пусть будет. Не снимайте его. Развесь на флаге. Быстренько на меточку бегом. Собрались. Резко. Просто пролетаем до меточки. Как мне более-менее хорошо все? Да вроде бы нормально. Кинцер так, за этим хуйсосом не бегаем. Все, пошли. За мной. Перед нами на 6 часах в кип. Здесь где-то. Не-не, вот на 5. Внутрь кипа залетаем просто, блять, на топорах. Бегом. Того хуесоса убить сверху и все. И быстренько топорами ебашим. Топоры взять. Всем взять, блядь, топоры, кроме Шай. Все взяли топоры, кроме Шай. Шай приготовится стаканы давать. Варвара, убейте вот этого хуйсоса, блядь, пожалуйста, Варвара. Шай настолько заиряет, что топор нельзя топор. Брать. Хилы подняли. Шай, хилы много подняли. Много встало. До конца хуярим, разрез на форпосте. Так, Шай, если можно, нормально. Считай, что 50% сняли. Блядь. Отлично. Не заталкивайте меня в кип, пожалуйста, вашу мать. Ну, считай, нормально, 50%. Молодцы. Все живые, убрали топоры, работаем. Все живые, кто смог выйти, убрали топоры, работаем. Основные встали на форпосте, сейчас будем выдвигаться. Ой, это Лорд Фукс, ёб твою ногу. Есть 50%. Блин, что это? Такие разрезки приличные. У нас наш флаг 10%. У меня есть еще один. Так что все в порядке. На нем встаем на флаге, переодеваемся в основное, ну, в фасадное оружие, готовимся. У кого лошади живые, берем лошадей, метку на выдвигаемся вот сюда, вот меточку выставим. Остальное, кто без лошадей, пешочком за мной. По меточке пошли. Бежим до метки вообще на самом деле, просто бежим до меточки. Отлично, вижу весь рейд. Быстренько забафались, быстренько залили ульты. Мне очень нужна ваша здесь. Встречаем то, что в нас одна точечка заходит. Только не бежим за ней далеко. Так, хорошо, купола инфу дайте. Ульты инфу дайте.
Пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед. Нет, нет ультов. Ешки нажали, купола. Нажимаем купола. И внутрь кипа полетели. Все, что есть, отдали внутрь кипа. Лорд Хуюкси, хуйнуть этого выблядка. Давайте, 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 внутрь, внутрь, внутрь. Все, забили, он убежал. Внутри кипа работаем, внутрь кипа пролетаем просто. Просто внутрь кипа залетаем. Блять, доебался до меня что-то. Хуйсос. Продолжаем, внутри кипа просто работаем, заливаем нахуй. Кип, все в кип. Они куда-то сыпались или не сдохли все? Я просто в баррикаде стою, весь кип заливаю, на похуй. А я хилюсь от баррикад. Хорошо. Отлично, продолжаем. Все, кто умер, встаем на кип, на форпосте, дотекаем. А, бля, не убивайте, я хочу жить. Я лучше считаю бессмертным, пока меня захватить не возьмут. Я бессмертный, пока я в баррикаде, блядь, ничего мне сделать не могут. Вон, Аймстар тоже со мной встал. Ой, молодцы. Хорошо, продолжаем. Баррикада сломалась. Ой, молодцы. Отлично. Да, ульту еще. Ульта внутри, ульта внутри. Ульта внутри, а нас, а они снаружи. Вот такой ты, блядь. Ничего, ничего. Ничего. От меня. Вот ёбните эту хуйню, блядь, заебало, блядь. Баррикады. Хуесосина, блядь. Продолжаем работать, продолжаем работать. По кипу заливаем. Красавчики, продолжаем. Ебашим. Продолжаем. Ебем. Ну что значит это вот финты, которых вы не могли победить раньше. Бля, сука, блядь. Молодцы. Берем коней. Все, кто умер, цаем на кипе. Собираемся на вот этой меточке. Давайте. О, кип снял. У кого нет коней, ну, ничего страшного. Давай, это Куан, это там. Просят дать вот отчиниться к ней. Да без проблем. Да Куан куда поехал за билку юзни, блядь, дай. А, так ты, блядь, не на этом. Да, Лёня, я не Лёня, стой, убили. Лёня, стой, Лёня, стой. Стой, Лёня. Ну стой, блядь. Спасибо, давай. Собираемся на кипе, чинимся. Доставим лошадей. Аккуратнее, Лёня, не в столбы, пожалуйста, не за ним. Не надо нас, чтобы мы застряли в них. Флаг кто заберет? А, флаг забери. Ну, он в целом нам не нужен на самом-то деле, но пусть будет у тебя. Зачинились. Обновили ловушки, если нету ловушек. Хотя вот некоторые вижу. Не, есть ловушки, если никого не было, судя по всему. Так, нужно будет заливать ульты, у меня двузалка откатилась. Хорошо. О, как, у меня все ловушки. Как достаньте лошади ловушки, выходим сюда на 6 часов. Выходим на 6 часов на меточку. А у меня откатилась двусотка. Вниз, на 6 часов. Трапа, да. Трапа ставить. Трапа, уже, блядь, у меня по 3, если что. Некуда ставить их. Заливаем варварам ульты. Двухсотки должны быть. Блядь, не заливайте только дантисту. У нас еще есть локард, если что. А то, блядь, и с лошадей нахуй слезли, блядь, не сидите на лошадях. Сейчас, блядь, врыв нахуй, вы какие гусары на лошадях, блядь, и сразу вам в рот влетела сабля. Готов. Сколько им еще надо? Минуту просит. Заливаем, заливаем. Хорошо. Продолжаем. Скажет, как готово. Даже надо же так от топ-тага первых-вторых нодов опуститься до такого состояния. Ну мы же опустились. Так это другие, а не те. Лорд... Это другое. Это именно те.
Это другое? Это именно первый состав, ребята, это нет, первый состав. Финды, они в этом самом СФ, вот они на лес альф. Нет, даже, это... Даже. А, здесь есть люди именно с первого состава. На, по 56%, которые... ну, не хватает другого сотки. Они просто переименовались. Ну, у них там было первый то, что больше большая пати был. Первый состав у них вроде как ушел на третьи узлы, и кто не, кому не понравилось на третьих, вернулись на первые и вторые. 283. Они уже вернулись в третьих. 208. Ненасытные, блин. Финды объединились с ножкой, с ножкой долбоеба и булкой долбоеба. Вот. И в стиле долбоеба Грея он развалил нахуй их. Вот. Сейчас... Я видел некоторых людей в БСах из ножки долбоёба. Вот. На 6 часов, говорят, блин. На нас? А, так, при... да. Ой, стоп, ребят, надо их перекрасить-то, я вот забыл вот это вот. Момент. О, бля, они зелененькие, ёпта, осторожно будьте. Мы деремся или стоим? Да, ешечки нажали, 3, 2, 1, купола, влетели. Я пол рейда уже прокинул. Просто влетели. А где рейд, блядь? А рейда-то нету. Ну они сами подошли, они не сказали, что они готовы. И просто как бы они уже пришли, и что я должен стоять смотреть на них, что ли? Все, отлично, пошли в сторону экипа. Кого там хп мало, подхильтесь и за нами. Остальные все в сторону экипа движемся. Нихуя, так, очень работает, ёбаный рот. Жмём скиллы, блядь, как угодно, но чтоб догоняли передних, блядь. Чё так долго? Всё, вот он кип. Так, аккуратно, вышли, там разрез, вы куда? Чё под разрез залетели-то? Вышли, дальше чуть-чуть, дальше. Отошли. 3. 9 часов отошли. Здесь на меточке разбафы дали, ускорение дали. Купола инфо. 174, сколько, нормально. Как? Час, два, три, два, один, пошли вперед. Все, вот это вот то, что вышло, бьется. Пошли, убили. Ульта, метка. Отлично, там контроль хорош пошел, убили. Дальше в сторону экипа давим. Отлично. Добили белые точки. Пиздикип. Белые точки добили, и по кипу начинаем работать. Лужи хую же, все под кип. Без топоров, чисто руками. Тут разрезы в разнобой, поэтому я Валька. Не это. Не согласен отдавать людей. Хилы не забываем. Вышли. Что-то какой-то еще один разрез пошел. Тарван, выйдите чуть-чуть. Рейнджи могут поработать, главное не подставляйтесь. А милишники, выйдите, сейчас я дам команду и будем работать. Опять у тебя накопилось, готов сдавать. 5, 4, 3, 2, 1, внутрь полетели, уже бьются. Заливаем. Ульта. По кипу. А, никого нет. Больше по кипу. Лужи хую же дебафы дали, шаи под кипом задебафали. Разрез. Еще один разрез вышли. Отошли. Мертвые дотекаем. Да блять, что так спину-то? Влетающих в нас работайте. Они уже бьются. Вот еще, вот смотрите, сколько вышло за нами. Убили. То, что вышло, убили. Белые точки зачистили с 12 часов. По дороге. 12 часов зачистили белых. Теперь в сторону экипа. User joined your channel. Осада еще идет? Пошли в сторону экипа. Работаем в сторону экипа. Да. В кип. Нет, 29. Лужи хуй, все стоит. Под кип. Можно регаться. Все, что есть. Мы сейчас выиграем. Что много бьет, тоже хуярьте. Если, конечно, чем больше часов, тем лучше. Прошел. Разрез небольшой. Небольшой разрез. Вышли, пошел разрез. Что-то, блять, как-то быстро разрезы идут, я ничего не понимаю. Либо мы так долго убиваем, что идут долгие разрезы. Отошли чуть-чуть, отошли. Отсчет. 6, 5, 4, 3. Ешки нажали. 2, 1. Купола дали. Внутрь кипа. Пошли. Залетели. Белые точки. Есть сюда, желтая. Заработали. Они сами подойдут сейчас. Никого нет, что-то. Никого нет.
Да, вон. Все, они уже отошли. Работаются. Нормально. Продолжаем долбить. Белые точки сами умрут. Просто заливать. Бля, я опять в кип попал. Да за нахуй его заебал. Каждый раз внутрь кипа закачиваюсь, закатываюсь. Что за система, блядь? Раньше такого не было, вообще редко было. Так. Долили кип, Все вместе, Доливаем кип. До конца. Ничего страшного, до конца. Ой, молодцы. Отлично. Все, собираемся в рейд-канале. По-быстрому. Не успел.